Спасибо. Здравствуйте. От лица компании «Магдастрой» поздравляю вас со счастливым билетом на играх нашей любимой команды. Спасибо большое. Ваши впечатления первые, Андрей? Радость. А когда вам позвонили из арены «Трактор» и сообщили эту новость, что испытали, вот те эмоции, можете вспомнить? Я не поверил, честно говоря. Первый раз, когда с «Трактора» позвонили, думал, розыгрыш. Спасибо «Трактору» за то, что... И есть такие розыгрыши, лотереи, в которых можно поучаствовать и выиграть квартиру. И компания Траст Магнитострой – это событие номер один для моей семьи в этом году. Когда раздался телефонный звонок, но это получается матч уже был закончен, телевизор выключил и пошел там, не помню, по каким-то хозяйским делам, и сам звонок я не слышал. Ко мне подбежал мой ребенок с телефоном, взял телефон и неизвестный номер, какой-то момент еще сомневался, есть смысл брать, не брать, но в итоге взял и услышал, что я выиграл квартиру. Честно говоря, я думал, это розыгрыш, все. Товарищи присутствовали на арене, и думал, таким образом они надо мной подшутили. Какие эмоции? Радость.